продолжаю ночь возле костра спать. Почему? Да потому что просыпаюсь, а птицы поют. Ветер гуляет. Особенно, когда дождя нету. Когда дождь, конечно, плохо. Но весной это просто божественно. Птицы поют. Это вообще, это такой кайф, ну. Лучше костра ни одна избушка не заменит. У меня много избушек, езди переночевать. Но под открытым небом это всегда очень классно. Дарка что-то насторожился. Там журавли поют на болоте. Да, крутая вчера была охота. Не выспались. У нас уже светло, хотя время 3 часа ночи. Представляете? Вот такой свет. У нас ночи светлые. Даже разговаривать неохота. Так хорошо птички поют. О, ворона проснулась. Чудо. Это рычишь. Дарка молодец. Дарка вчера вообще молодец, медведя погонял. Да, друха. Ай, молодец. Молодец. Ребра вон. Что это рычишь? Она же тебя не трогает, а ты рычишь. Молодец. Кусиндра, а ты вчера до дома добежала, да? Я видел, ты тоже медведя побежала. Побежала, но недолго. Ага. Зубы все на месте. Зубы все вылезли у тебя. Все? Ага. Все? Покажи зубы. А какие зубы у нее мощные. Ой, какая пасть крокодилья. Ну что ты рычишь? Что ты рычишь вечно? А, пуля, что ты вечно рычишь? Рычишь. Вчера пока бежала к медведю, подняла глухаря. Давай на него лай. Я подбежал, пнул дерево, глухарь улетел. Побежали дальше.
поедем мы за Жаймой. Ну и, наверное, дислокацию поменяем. Потому что ну, здесь уже все как бы обследовали. Медведь вот один был. Он ушел и ушел далеко. Туда я пешком просто физически не дойду. Там речка такая же, как эта. Ее переплывать надо. Не получится. Поэтому поедем дальше. Поедем, сейчас Жайму отберем, заберем. Она уже там 2 дня на карантине воспитательном. Вот, сидит. Но там деваться, в принципе, и некуда. Поедем. Банда! Место! Куся! Сиди. Ладно, сиди там. Где там можно? Ребят, возвращение Жаймы. Жайма, иди сюда. Жайма, Жайма. Ты моя зазулька.
Жулька. Ой, жаль. Ой, жайма. Ага. Соскучилась? Соскучилась, да? Соскучилась морда. Соскучилась? Ну так вот. Ну так вот будешь знать, как без стаи жить-то будешь. Как папу не слушать. Морда. Ребят, начинается новый день, переехали на новое место. Попробуем сейчас здесь, проверим лес. Тоже такой тут барок неплохой, в принципе. Может, что-то и будет. Ну и, наверное, сегодня, если дай бог получится, может, глухаря добуду. Потому что питаться уже вообще нечем. Овсянки там последние две горсти осталось. Выезжать далеко, собак уже... Вчера последний раз покормил, уже практически нету. Но лицензия у нас на глухаря есть, поэтому одного петуха, я думаю, если добудем, урона большого природе не сделаем. Вот такие дела, уже вечереет. Надеюсь, сегодня ружье не забуду. Тут болото придется перейти, сейчас вот сапоги одел. Потом болото перейду, сапоги, наверное, сниму и в кроссовках пойду, потому что в сапогах очень тяжело ходить. Ноги все можно кончить. Ну, сегодня искупался со свежими силами, помылся, все хорошо. Банда, пошли в ружье, Жайма. Мы не на лодке. Мы пешком. Ну все, ребят, потопали мы.
Ребят, смотрите, вот первый признак, что тут есть медведи. Вот медведь искал личинок. Разорвал, видите, пень? Личинок искал. Это признаки медвежьи. Медвежьи дела. Ну что, ребят, пока только косачи да копалухи. Полух мы не стреляем. Косачей тоже жалко патрон переводить. Хотя путевка тоже есть на телеграм. Блин, а есть нам что-то надо. Если глухарь попадется, мы добудем самца. Если не попадется, то бамбук будем кушать. Тоже неплохо. Ветер сегодня прекрасный, лес такой хороший, чистый. Прививка прям классная. Пойдем по краешку пройдемся. Ребят, вот медведь любит такие пеньки. Куся там кого-то нашла. Вон. Куся. Медведь, когда ходит по маршрутам, он всегда вот такие мимо пней таких не проходит мимо. Сейчас загляну, гляну, может там кто есть. Подписался на канал, лайк поставил. А? Ребят, вы слышали? Что бы это значило? Куся, ты там нашла кого-то? Не знаю, но что-то там было. Что-то в этом есть важное. Интересно, ребят, собаки у меня, птицы вообще перестали практически лаять. Ни копалуху, ни глухарей никого не лает. Они ведь поняли, что мне это не надо, что я ее не стреляю. И все. Искать ищет, поднимают, подходят, посмотрят и убегают. Пуля только одна. Я вчера из-под нее, когда медведя, за медведем бегал, двух глухарей, одну копалуху палкой сбивал, чтобы она не лаяла. И одного глухаря. Прям подбежал по дереву пнул, улетел. Вон Дар хочет полаять. Дар! Пошли! Айда! Айда, пойдем, Дарка! Халтурщик он стал вообще. Прошаренный с возрастом, это пипец. Девчонок эксплуатирует по полной. Ну так, все равно, конечно, в работу включается. Вся тяжелая артиллерия на нем. Да и находит он, наверное, самый добычливый. Как ни крути. Потому что опыт, он и в Африке опыт. Так, ну ладно, пойдем потихонечку дальше. Обошли мы и что, не нашли, одни копалухи были, даже глухарей не было, самцов. Вот копалух не стали трогать. Вот последний пакет с пряниками, с чаем доедаю. Завтра пойдем, наверное, еще с левой стороны там бор проверим, тоже может там что-нибудь есть.
Но пока у нас по нулям. Зато находились хорошо. Жирок растрясли. Чаек с пряниками. Погода вообще просто прелесть. Погода балдежная стоит. Ну так, скромненько. Чай с пряничками — это вещь отличная. Чаек вообще в лесу — это сила. Наверное, многие со мной согласятся. Без чая никуда. Такие дела. Thank you.